Давай, процесс пошел. И вот Павлик тянет свою длиннющую руку к шлямбуру. Он будет делать оттяжку, которая впоследствии, возможно, спасет нам жизнь. Мы будем болтаться на ней. Вот, он берет веревку, она оранжевеет на фоне темной скалы. Как же много в нем героизма и других замечательных вещей. При своей тяжелой умственном труде он использует даже зубы. Но несмотря на огромное нервное напряжение, он продолжает смеяться в лицо опасностям.